Это Абхазия, не доезжая Гагр, санаторий Москва. Сказочное место, просто прелесть. Пальмы растут. Береговая линия отличная, вода просто сказка. Отошел на 10 минут я от машины половить мидии. Вот пакетик насобирал, возвращаюсь. Окошечка нет, выбили окно. Хотели что-то вытащить. Выбивали ногой, скорее всего, да, следы остались. Не оставляйте, люди, ничего не оставляйте в Абхазии в машине на виду, чтобы что-то было видно. Они как сороки на блестящее лезут, эти абхазы. Ничего не изменилось. Они в 93-м году, как их выпустили с гор, после того, как грузинов прогнали, ничего не изменилось. Ни интеллекта, ни ума. Абсолютно ничего. Так что Абхазия — страна души, переводится. Абсны. Но души в людях вообще никакой нету. Всем привет. Будьте, ребята, осторожны.